Всем привет! С вами Лили Мартен, и мы с вами возвращаемся в сценарий под названием «Острова». В прошлой серии мы начали этот сценарий, и, собственно говоря, уже успели перейти на уровень мастера. И что нам на уровне мастера нужно сделать? Это поставить еще одни горки со скоростью, не превышающей 82,8 км в час, и с минимальной протяженностью 310 метров. Ну, еще выплатить заем. Но это, знаете, уже мелочи, с учетом того, что на аттракционы тут можно установить довольно высокую цену. И денежки у нас набираются неплохо. Вот, и нам тут дяденька-инспектор написал, что много посетителей, испытывающих жажду. А значит, сейчас нужно думать, как тут все распланировать. Ну, давайте ставить тогда, что ли. Давайте поставим вот сюда магазинчик. И магазинчик с напитками поставить вот сюда. Сейчас, конечно, попробуем еще дорожки провести. Потому что, сами понимаете, сами можете видеть, какая тут поверхность. Я бы не назвала ее особо легкой в освоении. Так, с этой дорожкой мы справились. И... ага, не намного ее поднять надо. Сейчас посмотрим. Да, вот, дорожки готовы. Хорошо, значит, дорожка вниз к морю у нас есть. Давайте еще поставим сюда магазинчик с ирисками. И новых аттракционов у нас нету, к сожалению. Да, все экстремальные аттракционы у нас стоят. Водные аттракционы я, честно говоря, ставить не хочу, потому что, ну... там в эти лодки и вагончики убирается только 2 человека. Но они не особо прибыльные, давайте скажем так. Вот. По поводу бассейна. Вряд ли его можно построить на воде. Да, на воде его построить нельзя. Это печально. Но ничего с этим не попишешь. Можно, знаете, можно сделать вот так вот. Да. Сейчас мы сделаем бассейн таким перевалочным пунктом. Сейчас тут будет день. И сейчас все сделаем, не волнуйтесь. Так, благо ночи тут быстрые. Что не может не радовать. Новый аттракцион у нас появился — карусель динозавры. Это хорошо. Не знаю, поставим мы ее сейчас, конечно, или нет, но... а почему тут не ставится? А, вон он что. Понятно. Так, удаляйся. А, бассейн. Так. Вот. Так, вот у нас тут такая дырочка получилась в бассейне. Так, а какие тут поставить раздевалки? Ну, соответственно, такие и только такие. Никакие тут больше по стилистике не подойдут. И вот здесь. Так. Так, и вот
Так. Эту разделку мы удаляем. А, как вы можете видеть, деньги у нас набираются достаточно быстро. Потому что, как я уже сказала, тут можно тут есть банкоматы, и на аттракционы можно установить приличную цену. Вот. Так что с деньгами у нас проблем не предвидится. И с выплачиванием заема тоже. Это радует. Особенно после прошлого сценария. В кошмарах он мне, конечно, не снился, но нервишки потрепал знатно. Так, бассейн сделали. Теперь давайте проложим к нему дорожки. Жалко, тут нет магазинчика с игрушками, с каким-нибудь, с этими надувными. Но, да, в принципе, и ладно. Так, тут мы с раздевалкой несколько прогадали, потому что дорога получается неровная. Ну ладно, трех раздевалок, я думаю, вполне хватит. Так, и куда тут провести дорожку? То есть, если предположить, что у нас вот в этой области будет горка, то давайте пока дорожку проведем по побережью. Давайте пока вообще никак проводить не будем. Ладно. Так, фонари. Где у нас все фонари? Так, фонари. И вот... Сюда фонари. Так, мусорку пока мы туда ставить не будем, а вот сюда поставим на всякий случай. Так. Новый аттракцион арахисовые пирожные. Хорошо, сейчас мы их поставим. Сколько они стоят? 360. Ну, у нас-то денег много. Мы можем себе позволить это. Давайте поставим вот сюда. Вход. Так, куда тут выход-то поставить? Выход. Вот. Так, момент игра. Момент, подожди. Сейчас сначала разберемся с бассейном. $3, я думаю, будет вполне себе достаточно. То есть это как приемлемая цена. Так, сейчас откроем все раздевалочки. Так, все открыто. Хорошо. И аттракцион. Так, да, дорожка провелась. И попробуем вот так. Да. Так, дорожки готовы. Сейчас надо поставить еще фонарь. Ой, не туда. Фонарь. Давайте вот фонарь сюда поставим и вот сюда. Так, я предлагаю поставить сюда еще один магазинчик. Благо, у нас денег хватает. Как раз у нас $300 есть. Давайте поставим сюда куры. Так, и сколько мы поставим на аттракцион? Конечно, мы его не открыли, а зачем его открывать-то? Пусть будет 2,5. Я думаю, никто не будет против этого. Вот, люди сразу пошли сюда. Хорошо, я надеюсь, наша тактика обычная с бассейном сработает. И это привлечет внимание людей. И бассейн у нас будет приносить много-много-много денег. Так, ну, люди, вы будете на бассейн-то ходить? Да, люди в бассейн пошли.
Что вообще тут кто-нибудь что-нибудь думает про него? Нет. Пока никто ничего про него не думает. Ну ладно. Ну, в принципе, люди ходят, значит, цена их устраивает, так что беспокоиться не о чем. Новый аттракцион — наблюдательная башня. Зачем нам наблюдательная башня, если у нас есть башня Херши, я не знаю, но мы ее ставить не будем. Собственно говоря, она нам просто не нужна. Так, между тем у нас уже 714 гостей. То есть у нас было 580 с чем-то, а сейчас уже 733. Вот. Тактика с бассейном себя оправдывает. Думаю, надо еще сюда купить, знаете, магазинчик с сувенирами. И надо нанимать еще уборщиков, судя по тому, что я вижу. Потому что мусора тут уже до хрена и больше. Так что давайте сюда купим сувенир. Они тоже деньги приносят, какие-никакие. И пиратские шляпы. Вот. А еще нам нужны уборщики. И механики. Думаю, двоих пока будет достаточно. Так, где у нас тут информация-то? Сейчас мы, опять же, максимально повысим их квалификацию. А где тут второй борчик-то? Так, аттракцион Одиссея сейчас мы его поставим. Несомненно, потому что, ну, вроде как спокойный аттракцион, да и по стилистике подходит. Все-таки тут корабль. Ну, сейчас ночь мы прождем. Сколько там в бассейне-то народу у нас? 203 человека в бассейне. О, как. Нам бы... вот в эту бы зону еще как-нибудь сделать дорожку. Вы выиграли награду в самый безопасный парк. Приятно знать. Ай, ну, давайте поставим рядышком. Сейчас между ними я поставлю туалет. На всякий случай. Так, дорожка. Не туда дорожка пошла. Так. Вот так. Пальму придется удалить, к сожалению. Вот. Но ничего страшного. От одной пальмы никто не пострадает. О, нам дали новый аттракцион Enterprise. Хорошо, сейчас мы его поставим. Колесо обозрения только что совершил вынужденную остановку. Ну, конечно, нам только что дали награду за самый безопасный парк. И где-то спустя пару минут... у нас ломается какой-то аттракцион. Ну, классика. Ничего больше не скажешь. Так, колесо у нас отремонтировано. И куда бы нам вставить Enterprise? Предлагаю его поставить вот... куда бы... давайте вот сюда. И дорожка к нему у нас уже будет с этой стороны. Вот. И как раз будет такой вот своеобразный мостик. Сейчас я сделаю. А то у нас, посмотрите, тут какая толпень ходит туда-сюда. И никуда не девается. Кошмар какой. Ага, так. Вот. Так. Сюда я могу. Небесные качели. Нет, это сразу до свидания. Это пипец какой дорогой аттракцион и бесполезный по своей сути. Так, фонарь, продавайся. Фонарь, продайся. Почему ты не продаешься, фонарь?
Так, фонарь, до свидания. Угу. Что я делаю? Вот так. Будут они ходить на Enterprise за $3? Вот мне вот интересно. Будут? Раздевалка в виде хижины не обслуживается механиками. Момент. Да, входят и не обслуживаются механиками, значит, нам сюда нужно еще два человечка поставить. Так, механик готов, уборщик 3. Готов. Хорошо. Так, и по поводу мостика. Так, значит, я хотела сделать мостик. И у нас тут не слишком хорошо пошла дорожка. Я даже, честно говоря, не совсем представляю, как ее сделать. Сверху ее сделать не получится. Да. Хотя, в принципе, давайте пойдем отсюда. Так, новая аттракцион-моторная лодка. Сейчас мы ее поставим. А, где-то дорожка-то, господи, потерялась. Я сыганца. Как бы ее тут провести-то? Окей. Мне никто не поможет. Косой я человек. Так, и... Да. Что, соединилось? Да, соединилось. Хорошо, значит, у нас все получилось. Теперь главное поставить фонари, чтобы люди на лестнице не спотыкались. Вот, фонари готовы. Хорошо. Теперь все, что нам остается, это... Так, закройся. Теперь все, что нам остается, это ждать, пока у нас наберутся средства. На... Для... Так, для начала давайте купим моторную лодку. Где у нас тут собралась? Твистер Феникс. Да, игра, ты меня прям балуешь. Так, моторную лодку поставим вот сюда. За нее сразу назначим цену в $2.5. А, и Феникс. Твистер Феникс. Где он у нас тут? Ну, не сказать, чтобы он, что он занимает много места. Давайте поставим его вот сюда. За него назначим $3 за такой-то аттракцион. Так, откроем, откроем. И делаем дорожки. Так, как бы тут сделать-то? А, у нас денег нет. Пардон. Ладно, сейчас денежки мы будем набирать в процессе. Как-то нет-то, ну. А, минус $7. Да, пардон, бывает. Да. Ладно, ладно, я поняла. $57 нам надо набрать.
Арахисовые пирожные у нас сломались. Это печально. Так. Сейчас поставим вот так вот. Все, починили. Молодцы. Прям горжусь своими механиками. Так. Да, не туда слегка я дорожку провела. Давайте вот так попробуем, я думаю. Лучше лишний раз не рисковать. Да, все, все, я поняла. Вот, все. В общем, все, что нам остается сейчас, это ждать, пока у нас наберутся денежки. Вот, собственно, и все. Это все, что мы сейчас можем. Сейчас посмотрим, какие у нас вообще есть там горки. Так, горки эти у нас называются Triple Corkscrew. Это у нас вот, по-моему, штопорные горки. Да. И у нас осталась еще одна горка, такая более-менее подходящая, и которая мне нравится. Это ионизатор. Но мы на нее должны накопить 16 тысяч. Так, она вообще нам подходит по условиям-то. Ионизатор, да, максимальная скорость 79 километров в час. Ясно, понятно. А, так, ну, собственно говоря, в этой серии ничего особо не происходило, да, знаю. Так, колесный пароход. Вот, в принципе, колесный пароход мы поставить можем. Как транспортное средство, то есть, как я и говорила, станция здесь. Станция вот здесь, станция может быть вот здесь, и станция вот в этом уголку. Вот, потому что там вмещается много народу, то есть это фактически, ну, как паром. Наверное, нормальная аналогия это, ну. Суть, в принципе, ясна у этого парохода. Вот, собственно. Так, закройся. Вот, не сказала бы, что в этой серии мы сделали довольно много. Да что такое? Вот, подводный туннель. У нас есть дорожки, так что мы можем строить под водой. Это хорошо, значит, как бы это сказать, возможности провести дорожку и сделать какой-нибудь такой туннельчик подводный у нас будет. Это здорово. Значит, и место мы более-менее так можем сэкономить, и можем сделать там какую-нибудь экспозицию, понаставить всяких там водных скульптур, они тут есть. Вот, но это мы будем делать уже в следующей серии. В общем, в этой серии мы сделали довольно много, понаставили много аттракционов, сделали бассейн, привлекли кучу народу, то есть с 570 или с 580 людей мы достигли ведь количества посетителей 812. Это большое достижение, я считаю. Вот, и денежки у нас потихоньку набираются, что также не может не радовать. А, вот, и давайте мы с вами будем на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить свои лайки. Также не забывайте оставлять свои комментарии. Ваше мнение мне очень интересно и очень важно. А вот, и не забывайте переходить по ссылочке на мой паблик ВКонтакте. Вот, всем спасибо и всем до новых встреч!